Всем привет! Меня зовут Максим. А меня Алиса. Мы сегодня сделаем обзорную игру «Машины сказки. Буквы и слова». Алис, посмотри, какой красивый фон. Маша из окна выглядывает, Даша и даже Миша. Легко выберем? Давай. Здесь есть очень много сказок. И сцен. И сцен. Давай выберем. Давай выберем красную шапочку. Да, отличный выбор. Ага, тут нужно собрать слово «мама». Когда вы нажимаете, тут очень яркие буквы. И когда вы нажимаете правильно, они загораются зеленым. Там еще есть ячейки снизу. Смотри, слово «бабушка». Ой, а если вы нажимаете не ту, то она загорается каким цветом? Красным. Молодец. Ага, когда вы собрали все слова правильно, то вам придется посмотреть маленький кусочек из мультика. И Маша еще рассказывает сказку. Давай выберем режим сложника и сказку «Снегурочка». Мне кажется, хорошая сказка получится. Так, собери слова. Ага, тут уже нет подсказок и буквы не такие цветные. Это для тех, кто умеет читать. Пусто. И в ячейках ничего нет. Это были подсказки, а теперь их нет. Еще. Ну, в принципе, все собирается точно так же, но там нет подсказок. И буквы не такие яркие. Кто умеет читать, режим сложника для вас. Но сказка все равно идет. Вдруг старик тебя по лбу как стукнет и говорит: а давай-ка, подружечка моя ненаглядная, мы себе снегу внучку сделаем. Так, выберем режим экзамен. Прям вот не люблю экзамены. Ага, тут уже есть все сказки, и кажется, ты должен собрать сцену за сценой. Сцену за сценой, и тут появились ненужные буквы. Да. Их нужно ставить на экране, а собрать все нужные. Как хорошо. В принципе, все стандартно, как в сложном режиме, только там появились другие буквы. И нужно собрать сказку за сказкой. Класс. Давай посмотрим. Тут есть разные языки. Это для тех, кто изучает другие языки, будет интересно посмотреть. И, конечно, для тех, кто живет в другой стране. Отлично. Мне кажется, что игра очень красочная, красивая. Подходит для дошкольного возраста, который только изучает алфавит и любит Машу Медведь. Всем пока. С вами был Максим и Алиса. Фразу ты почти сразу же начинаешь говорить. Вот смотри, слова и буквы? Нет, то есть смотри, я сказала: всем привет, меня зовут Максим, а ты сказала: меня зовут Алиса. То есть, мы делаем вот так: всем привет, меня зовут Максим, а меня Алиса. Такие очень большие пробелы, их нужно либо вырезать, это сложно, либо говорить нормально, четко и сразу. Хорошо, давай пробуем.